Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера, как и невероятные моменты в спорте. Приветствую вас, фартовые улитки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на чудеса спорта, а вы уже будете решать, или это мастерство, или обычная удача. Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. А в баскетболе лучше всего забрасывать победный мяч на последней секунде. Когда человек фанат Хальгиндона, то это видно сразу, особенно по его пробитию пенальти. Модель – это не женщина, это модель женщины. Как и спортсмен, это не человек, а его лучшая версия. Ведь обычный дядька с дивана такое не повторит. Корни африканских предков-охотников могут проявиться даже в крови скандинавских хоккеистов. Слепого змеи не страшат, а натренированного борца захваты. Ведь противника можно воткнуть лицом в ковер из любого положения. Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. Так и в теннисе. Лучше проиграть, но запомниться красивой фишкой, чем выиграть и быть забытым. А я всегда говорил, что каждого человека нужно сажать на шпагат силой. А то захотите где-нибудь на отдыхе поиграть в бадминтончик, а тут шпагатики пригодится. Если врачи учатся на мертвых, чтобы лечить живых, тогда спортсмены должны делать трупы из чужих, чтобы выигрывали свои. Прямо как этот математический гений, который забил красивенный мяч, подстрелив двух соперников. Слепые змеи ужас не наводят, а настоящий вратарь вообще ничего не ужаснется, а просто исполняет и спасает свою команду оболтусов. Зрители не любят неудачников, но еще больше их не любит техника, на которой они ездят. Как говорится, крепче за шоферку держись, баран, или она уедет без тебя. Невзирая на телевидение, наша жизнь не очень-то и прекрасна. Также этот вратарь-красавчик не стал взирать на игроков, а просто забил гол. Главное для больного – своевременный уход врача из палаты. А главное для спортсмена – своевременная смекалка. Тогда победа обеспечена. Люди долгие годы спорили, может ли Нео в «Матрице» иметь детей. Но этот парень себя выдал. Сильный ястреб не показывает когти, пока не увидит жертву. А хороший игрок в боулинг может показать уровень даже через барный стул после 5 бокальчиков. В хороших ресторанах должны спрашивать, не все ли вам понравилось, а конкретно, ну что, наелись? А хорошие игроки должны всегда удивлять зрителей.
В баскетболе главное четкий пас. А поймали его или нет, неважно, если мяч оказался в кольце. В жизни частенько бывает сложный выбор, прямо как этот. То ли радоваться невероятной игре девчонки, вытянувшей сложный мяч, то ли супер-кувырку мужика из тренерского штаба. Бывает в умном разговоре среди умных людей что-то как ляпнешь и попадешь в тему. А у футболистов так бывает постоянно. Непонятно как ударят и гол. Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что, забили. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Но когда ты можешь больше, чем все, судьба полагается на тебя. Бывает такой возраст, когда все хорошо, пока не наткнешься на зеркало. А бывают такие баскетболисты, у которых просто все хорошо, вот прям всегда. Остановить мастера мало кто может, вернее могут все, но не каждый способен, даже если захочет, а хочет он всегда, но не может. Они жили долго и счастливо, пока не встретили друг друга. Так же и болельщики радовались, переживали, пока их команда не забила и не натворила горя. Семь раз упади, восемь поднимись. Но если ты упал на штырь от забора, просто молись. А если тебе невероятно фартануло и ты промазал, помолись дважды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свой невероятный момент в жизни. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Да. Квадрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Аджан. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лебедь. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде.